Никого нет. Красоту. А я еще в постели, меня пытаются поднять. Федя приехал. А что ты сидишь на моем месте, вообще непонятно. Давай. Сюда. Мама, что ты что сидишь на ее месте? Нет, вообще-то ты... Встань, белом. Лапулечка, садись вот сюда. Ну, сиди, я думаю, что мне не нравится там сидеть. Это же Аня, наверное. А ты все сейчас... А что, ты выпил мой кофе? Да, тебе пенки все зашли. Хочется вообще? Бан прикололся, выдали. Это в твоем репертуаре, это как раз для тебя. Не, ну прикинь, я пришел, знаешь, это, скажи, не возьмите. И улыбается на меня, смотрит. Так, нате, шоколад. Мармелад. Нет, подсластите свою жизнь. Ах, какой кофе невкусный. Доча, ну, я тебе вот сказала. Я говорю, вот я сразу сказала, что Лапуля, кофе невкусный. Это вода твоя, украиночка. А тут с болота, наверное, есть. Под Чернигово, наверное, привезли с болота. Да, ну, покупайте, была нормальная вода. Просто привезли чуть-чуть не ту. Я ж не знала, что она такая. Ну, вы должны сказать, заберите вашу украиночку, а пожалуйста. А там еще бутыль целый. Возь... А там одна была бутылка нормальная и три ненормальных. Не, вот серьезно. Как раз три ненормальных мы выпили. Вы выпили, одна осталась. Не, ну подождите, давай она выпиваем. Может что-то в ней есть, потому что, знаете, она мне напоминает с колодца, вот. Не-не-не-нет, она напоминает... Я тебе говорю, с колодца, вот нет. В Балабино. Нет. Похожая вода вот такая. Она когда... Нет. Когда с колодца, она терпкая, а эта густая. Густая это бывает, когда радиацией заражено, она как скользкая, болотистая. У меня волосы уже выпадать начали, мама, не говори. Нет, я тебе говорю по составу, я как химик тебе говорю. Вот. Мы сейчас реально по твоим рассказам можем на них в суд подать, прямо сейчас. Нет. Засудить с радиацией и все. Не, ну это если надо дозиметр, специальные приборы, чтобы проверить на анализ эту воду по радиации. Не, мама, но... давай лучше ко мне кинем туда. Я говорю, есть цитрамы у меня дома, мне с Урала Ника, привезли, успокойся. Которые очищают воду. Спасибо большое. Цуйгун называется. Шунгун, камни. Оно очищает, да, там этот полностью химический состав. Ну, пожалуйста, не вези ничего с Запорожья. Ну, камни. Еще камни. Тут своих камней нормально много. Ну, я ж не тебе в чемодан ложу, а себе. Ну, мама, ну, блин, я... С этого дома переношу в тот дом. Не надо мне переносить, оставь мне откуда, в мою Молдаванку? Или с двойки? Дети. Знаешь, я сказала. Мне свалка сегодня кто снится. Кто в доме ходит? Я серьезно говорю. То есть, ну она мне периодически снится. Ты скучаешь? Да, конечно. А ты не скучаешь? Нет. Не, она с нуля. Нет. Катя, нет. Она мне тоже очень часто снится. Очень. А знаешь почему? Времена классные были. Хоть тяжело очень было. Очень классные. Пахали, блин, как рабы. Ну да. Правильно, я шифр. Ну да, но мы заработали на это, потому что он дорого стоил. Ты не представляешь, я на автопилоте. Если бы мне это... Которая а что это за херня? Здрасте. Эй! Поставила скрытую камеру, чтобы вы слышали. Одевайся, брынкаешь. Уберишь ты свои ласки. Что у вас за семья в этом? У нас самая замечательная семья. У нас самая прибацанная замечательная семья. Как мы там говорим этот, в чатик? Семейка Адам. Да. Одни истерички и ненормальные. Я тут не при чём. Ну подожди, ты немножко поднасрёшь. Не будешь в нашем кружке. Одна точка сынуля, ты сказала. Одна поднасрала. Да где я вам поднасрала? Вот вопрос у меня. Вообще это Андрей поднасрал. А, Андрей простирал, да? Ой, это Аня поднасрал. А, мама, а он что сделал? Он простирал, да? А Петя что сделал? А я ничего. Петя сказал, ты мама, а... Как он сказал, подожди, я сейчас тебе расскажу. Я говорю, ты едешь такой, говорю, не мой, как будто не мой. Нет, мамочка, я твой. А ты не могла историю похуже придумать? Вспомнить. Я тебе говорю, что... Я понимаю, Петя, что ты замечательный. Я не потачил. Я мамин сын. Понял? Я мамин сын. Мамочка, мамин сын, сын мамин. Да, что ж ты тогда со мной живешь? Почему я с тобой живу? Ты моя девочка любимая.
Поняла? После Пети. После Пети. Нормально. Игры и престолы. Что там дальше? Много серий и сезонов, персонажей. Очень много. Многих я уже не вспомню, но сиськи. И драконы навсегда. Так, юмор. Ника, иди нос закапай. Ника. На. Надо маму подсадить на его престол. Ой. А прикинь, если лопнула плитка. Прямо посередине. Охереть, все. Мама. Говорит, я платье одену, смотри, перебирает украшения. А это так и будет? Вот это вот. Да. Может, подписчикам оно видно не будет? Но тут, походу, если вы не видите, то тут громкость, типа, без звука. При монтаже вставим. Ого. А вдруг не будет слышно? Давай закапывай нос. Все, за тобой следить надо, как за ребенком. Слышь, я тут... Слышь, я такое что сделала? Нажала, высунула, оно шипнуло. А что это такое? Давай, закапывай. А что это такое? Промывать нос, соленая вода. Ты что, не могли воду посадить? Американский. Смотри, вот так. Это мне так нравится, Марина. Это натуральный, это американский. Или, ой, это с Парижа. Ой, а это с Милана. Новая почта пришла. Спасибо, мамочка, тебе большое. Смотри, Лапуля, вот так сюда вдеваешь, вот так вот сюда вдеваешь. Это американская система, посмотри, да? А потом вот так вперед. Выдеваешь. А потом вперед, смотри, вот так вдела. Вдела. А потом вот так делаешь. Подожди, вот, подожди. Одела и не сняла. Подожди, Лапуля. Ты женщина? Да, натуральная, с Америки. А где вот тот, который я тебе со Шри-Ланки? Не со Шри-Ланки, с Филиппин привезла. У меня. Видишь, платье, видишь, тоненькое такое. Благодарю. Сынуля, одень мне этот. На, Ника, одень мне. А, я американский не умею одевать. Это не американский. Я только европейский умею одевать. Да я уже одену. А если я скажу, что это европейский, подойдет? Конечно, Аня. Ну это давай, мне... Давай, слышь, одевайся, давай. Мне так нравится, когда мужчина говорит, ну давай быстрее, потому что мне давно реально, никто так не говорил. Шашлык будем к 11 звонить, реально. Ты будешь с фонариком стоять, пока я буду переворачивать. У меня на улице есть свет. Мигающий. Сос. Бедные соседи, я тебя уже прибил давно вот напротив. Ты представляешь, как я спит? А почему? Ну потому что человек спит, а оно, знаешь, это бум-бум-бум. А мне, кстати, Мирослав говорит, а у вас сигнализация, говорит, да, постоянно моргает. Она говорит, да. Игры и престолы. Много серий, сезонов, персонажей. Очень много. Многих я уже не помню. Но сиськи и драконы навсегда. Там есть карлик. Девки, непотребства, песня льда, старки умирают, постоянно умирают. Истинный мужчина ждет, пока женщины соберутся. То он сейчас в психанету уедет. 100%. С мясом. Мне надо было вчера приехать, и может быть, вы бы еще и собрались. Это тоже. Я в 6 утра встал, надо было в 6 утра выезжать. Да иди ты в баню, я бы тебе дверь не открыла. Ты не была в 6, да? Я в 3 только легла. Но меня мама в 5 будила. Правильно, мама, правильно. Надо было еще. Надо было настойчиво. Каждые 10 минут. Солнце. Ты думаешь, она стучит, она вот так заходит. Аня, первый луч солнца, быстрее, быстрее, ты красиво. Выходим быстро, все, подъем. Господь желание выполняет на первых. А в чистый четверг, наверное, все ванну нахер. Да, да, да. Аня. А. Не знаю. По идее, должен был сейчас идти. По идее, да, 10-11. А чего так? Ну, как бы он спросил, когда его привезти. Я говорю, ну проснитесь и привози. Угу. Но зная Диму, то это будет в обед. Ну понятно. Вспомнила. Время одичало их за стеной. Вот еще да. Кирпичом.